такая картина интересная. Девушка идет, кормит голубей. Они как прям стая гусей или курочек за ней. Смотрите, по ходу движения. Так интересно. Ну, надеюсь, она не против, что я так издалека снимаю, как кормят голубей. Ох, что-то чайки так носятся. Ох, как это. Прям красиво летает чайка. Такое вот видео у меня будет. Смотрите, так интересно. Что-то часть отстала, почуется. Так, ну все, дальше не сможем смотреть. Ну, погодка у нас держится плюс 9. Стабильно. Уже осень, деревья такие вот осенние. В осеннем убранстве. Дожди то есть, то нету. Но сегодня радость, наверное, что нет ветра сильного. А голуби продолжают свой ход за девушкой. Вот такое вот будет у меня сегодня лайтовое видео. Надеюсь, вы меня поддержите. А вот шлюндра. Каждый день у нее выгул. Был сон час. Сейчас она исследует территорию. К сожалению, эту кисю я могу снять пока только с окна. Видимо, она проживает на первом этаже с балкона. В общем, спрыгивает и идет гулять. То по дорожкам она любит вот так прогуливаться. Сейчас покажу. Вот побежала, побежала. Красивая. Видно издалека. Вон пошла прогуливаться, потрусила. Потрусила, потрусила. Как трусковец. Друзья, не удержалась не заснять. Смотрите, такой красивый мотоцикл у нас тут припаркован. Цвет такой блестящий. Ой, забыла, как называется с таким напылением. Мощный такой. Вот такой вот мотоцикл припаркован у нас во дворе. Не знаю, кто-то поселился.